Добрый вечер, уважаемые жители Гомеля, гомельчане. Я рад приветствовать вас на премьере фильма «Добро пожаловать в семью 2. Повар из Неаполя». Меня зовут Морозов Слава, и мне посчастливилось сыграть одну из ролей в нашем фильме. Хочу сказать огромное спасибо вам, что вы сегодня здесь. Огромное спасибо всей команде, с которой я работал. Отдельное спасибо хочу сказать режиссеру Владимиру Зинкевичу. И от лица всей команды хочу передать вам то, что в этот фильм мы все вложили частичку души. Мы очень старались и надеемся, что наш проект, наш фильм вызовет у вас эмоции. Где-то вы будете смеяться, может быть, где-то вы будете плакать. Но самое главное, что равнодушным вы сегодня из зала не уйдете. Хочу пожелать вам приятного просмотра и хорошего настроения. Пока!